Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня хотелось бы вам рассказать про новинку от компании VeloMotors. Это квадроцикл Stealth 650 Leopard с инжекторным двигателем объемом 650 кубических сантиметров и удлиненной базой. Теперь этот квадроцикл стал по-настоящему двухместным, благодаря тому, что увеличили подножку, соответственно, увеличили сиденье. Теперь действительно вдвоем будет здесь гораздо удобнее сидеть. Ну и, собственно говоря, удлинена рама. Также для удобства второго пассажира остались ручки для того, чтобы можно было держаться, спинка, которая имеет регулировку ближе-дальше. Ну и, в принципе, это тот же самый добрый, старый добрый Леопард, который зарекомендовал себя уже с хорошей стороны. Очень надежный и практичный в использовании. Немножко подробнее вам расскажу, что же еще мне удалось найти на данной технике, что еще изменилось. Ну, собственно говоря, здесь достаточно интересный цвет на данном квадроцикле, называется карбон. Я очень надеюсь, что они в серию тоже пойдут и будут доступны к заказу. Но это не главное. Главное, это все-таки мотор, повторюсь, 650 кубиков. Он визуально ничем не изменился, добавилось пару датчиков, добавилась непосредственно дроссельная заслонка, электронный блок управления двигателем, сейчас я вам его покажу, он находится под сиденьем. С задней части квадроцикла теперь устанавливается вот такое прицепное устройство под квадрат евростандарта. Шины стали другими, шины теперь ETP Terra Cross, это отличная резина, которая зарекомендовала себя очень хорошо. Вот, в общем, сейчас мы снимем удлиненное сиденье, которое, кстати говоря, такое увесистое, прям надежно сделали. Вот, ну, собственно говоря, вот он, электронный блок управления двигателем, дроссельная заслонка вот там стоит. Вот, ну, в целом больше, в общем, здесь изменений никаких нет. Это корпус воздушного фильтра, аккумулятор, блок предохранителей, реле управления лебедкой. Это вот так называемый соленоид. Что еще интересного вам про него могу рассказать? А, чуть не забыл. Приятной новостью, я надеюсь, что это и останется дальше в производстве, стало то, что на данной версии квадроцикла, ну вот здесь сейчас покажу, карданные валы устанавливаются производство Россия Сызрань. На самом деле уже владельцы Гепарда успели отметить качество и надежность этих карданных валов, и очень хорошо, что они теперь устанавливаются на Леопард, дай бог, чтобы так и было. Что еще вам рассказать? В принципе, в общем, это тот же самый старый добрый Леопард с удлиненной рамой, с более мощным мотором, инжекторным двигателем. Кстати говоря, буквально уже на следующей неделе, в начале ноября, появятся леопарды 650 инжекторные, но с короткой базой. И после Нового года, где-то в районе Нового года, появится как раз-таки удлиненная версия. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. С вами была Квадротехника.